есть я был действующим спортсменом на протяжении 20 лет. Последние годы занимаюсь больше организационными вопросами. И здесь, то есть я уже как-то в интервью говорил, что у меня ощущение, что снова мы попали в спортивную среду. То есть все инструкторы очень хорошие специалисты. Причем это немаловажно. Я чаще всего сужу о каком-то учебном заведении по принципу постепенности подачи информации. Вот здесь вся информация подается постепенно. То есть люди понимают, что мы приехали с большим желанием, но отсутствием опыта. И с самого нуля начали нас обучать. Причем, если вдруг у нас что-то не получалось, то они останавливались. Эту тему мы повторяли и шли дальше. Поэтому качество обучения очень высокое. Были моменты, которые были наиболее сложные, это как тактическая медицина, то есть этим я никогда в жизни не занимался, то есть и как-то и врачом особо не был. Поэтому, опять же, инструктора все от простого к сложному объяснили, показали, дали попробовать, и, в принципе, материал усвоен. Мы находимся в коллективе, в котором большинство людей уже давно знакомы, и, в принципе, нам понятен ход мыслей каждого. То есть мы до этого вместе тренировались. И, по моим ощущениям, боевое слаживание проходит быстрее, чем если люди были бы незнакомыми. Но я думаю, что основное боевое слаживание будет впереди. Здесь только базовая, грубо говоря, базовая техника, так скажем. Здесь же получается, что около 100 человек, и все эти 100 человек добровольцы. То есть люди, которых никто не заставлял, никто не принуждал, которые многие из, тоже мы общаемся с ребятами, многие искали возможность применить себя в СВО. Но когда появилась возможность под эгидой РСБИ это сделать, то все собрали вещи и поехали.